Всем привет, с вами Ниагара и... Раф, всем привет. В прошлой части мы остановились как раз на этой неадекватной женщине, которая, выйдя из вагона метро, да, она начала что-то как в панике открывать эту дверцу. Что делать не надо было. Да, и мы продолжаем проходить шестую часть, эпохальной и моей любимой серии Resident Evil. Только моей. Будет на улице опасно, ну... О, господи! Топорище! У него сзади, кстати, какой-то баллон. Он не взрывается? Да. Он взрывается. Да? Да. А я в него постреляла. О, смотри! Точат! Ау! Что происходит? Честно говоря, вот эту часть что-то не очень помню. Нам с тобой надо бежать. Что делать? Иди, короче. Командуй, что мы делаем? Бежим, бежим. А здесь чувачок застрял. Он живой? Да. Похоже, видишь? Он живой. Давай. Поможем ему. Ау, блин. Гребаный байкер. А, парень погиб. Нам туда? Или нам сюда свернуть куда-то? Так, сейчас скажу. Идем туда. О, господи, подожди. Замбрылые. Так, сюда. Вот здесь лестница. Залезаем. Что-то как-то их так стало много. Да вообще, посмотри вниз. Опасная тема. Ай! Да, схватил. Давай, вот. Я на месте. У меня, слава богу, за ногу никто не цапнул. Так. Собираю. Очки умения. Угу. Собираю. А, чувачок в кепке, он не встанет? У меня тоже вопрос. Здесь всегда не знаешь, проснется ли кто-либо из них. Вот здесь бронежилетов. Нам их надо отстреливать, сейчас не побежим. Нет, стреляй в голову. Они на нас так агрятся прямо это. О, господи, они сюда идут. А у них на голове нет этого защитного шлема. Да блин. Все, отходи, отходи. Ай. Что она вытворяет у меня? Ой, надо лечиться срочно. Срочно лечить. Паника. Теперь я знаю, что такое паника после этой игры. Как его убить? Он, нет, он в шлеме, реально. Я в него стреляю, смотри, а он... Может, штаны уязвимы? Нет? Я в него магнумом стреляю. Куда ему попадать? Чтоб он умер уже, в конце концов. Хелена, давай ты. Покажи карате. Свои комбо! Приемы давай. Крутой карате. Да все. Он мертв. Слушай, мне надо что-то поточить. И у меня нет аптечек, да, получается? Да, закинь спиклс. И ноль. Офигеть. У меня все ноль. У меня 11. Клево. Еще 5. А, справились. У меня 4 ячеечки и все, больше ничего нет. Слушай, у тебя оружие-то не осталось. У тебя оружие должно было остаться. Нет, оружие у меня есть, у меня аптечек нет. И аптечки тоже, кстати, со спреями. Блин, не будем его беспокоить или будем? Нам здесь надо пройти, да? О, блин. Так. Окей. Короче, мне очень-очень-очень нужны травки. Лечебные спреи, все, что будет, подорожники. Буду рада всему. Так, здесь стоят точки. Иди посмотрим. В общем, нам надо зайти в аптеку. Есть в городе аптека?
Мне нужен пенициллин, я не знаю, что это. Что-нибудь такое. Так, здесь мы должны подвинуть. Подожди, я тут чуть потрошки собрала. Довольно мощные агенты. Да, раз такой двигал. Да. Будем прыгать? Я боюсь. Не надо? Нет, иди сюда. Вот сюда, правильно. Так. Такая музыка. А кто на тачке уехал? А там какая-то тетка сидела. Недалеко, кстати. Какая-то тетя сидела, короче. Вау! Пронесло. Задело? Не. Все. Что там было наверху написано, не успел прочитать. Я тоже. Какой-то клубешник. Бар. По-моему, бар. Угу, можете отдышаться. Ну, спасибо. А то у меня такой кавардак в голове. Стоит это... А ты не хочешь сыграть в партию бильярд? Я не умею играть в бильярд, все равно пошли отсюда. Вон, смотри, сейчас закину. Че ты там? О, получилось. Партийку сыграл? Да, смотри. Она у меня прячется. Бери кей. Смотри, красный загнал. Ну ты мастер. Черный нельзя загонять же, да? Блин, нельзя, походу, да. Черный. Не, черный в конце загоняется. Да? Угу. Ладно. Барчик, и здесь кто-то умер прямо возле холодильника. Грусть, печаль. Печалька. Оу, сколько? Алкоголя. Жесть. Наверное, это мой рай, да? Я не знаю, если Хелена накидается, как она сможет сопровождать Леона. Она начнет такое вытворять, знаешь, она отрезвая, это вообще, я ее боюсь иногда. Ах ты! Смотри, что творит! Ай! Да. Я его с магнума. Нам сюда похоже, да? Я так аккуратненько, ненавязчиво захожу, никого не тревожу. Помню это место. Господи, дайте мне подорожник. Люди, может, должна быть аптечка дома, ну по-любому. Давай, ищи. Камин или что это? Похоже на то, да, камин. Можно я сразу их пристрелю? Не дожидаясь пробуждения. Пожарище за окном. Кстати, смотри, там зомбаки. Они меня не видят, наверное. Сейчас можно выстрелить? Надеюсь, они не полезут через окно. Тут еще, кстати, какой-то паренек. Ну, сюда порван. Можно вылезти, нет? Бок. Надеюсь. Ты не вылезай никуда, не надо. Не ходи на улицу. Заперто, подумал Штирлиц. Ладно. Заперто. А, нам нужен ключик. Ключик давай, у них. Как бы держаться от них подальше, а? Аккуратненько. Стараемся не разбудить. Давай. Да, блин. Упал. Ну, нет. Красавчик, да? Я боюсь. Да, симпатяшка. Сразу хедшот помог ему исправить положение с его внешностью. Все, в принципе, идем дальше. Угу. Здесь нашли ключ. Опа. А, как так-то? Проклятие. О, трава. Я собрала травку. Отлично. Сразу в таблеточке. Ну, у меня, кстати говоря, всего одна. Я, наверное, сразу использую, потому что... О, дробовик. Я у него подобрала дробовик, а у тебя сохранилось все оружие, да, которое мы нашли в первом прохождении. Да, ну, да. Оставим эту трапезу. Без внимания.
Не будем мешать. То, блин. Это новый вид. Такого мы еще не встречали. Крикуна вот этого. Горлопана. Так, у меня есть магнум. А думаешь, его из магнума вылетит? А у меня дробовик. Конечно. И окон же начнет от нас сейчас сматываться. Его можно поймать. Он такой хитрый. Тихо, ну-ка. Чувак, с ножом такой, за Леоном пошел. Давай, оставь мне что-нибудь. Какое-то умение оставил. А, ничего, вы так быстро куда-то убежали. О! Кто-то отстреливает. Я вижу. Я стараюсь прикрывать. Так, где этот чувак? О, боже мой, смотри. Смотри, что творится. Ничего ли он? Ну, он так, знаешь, подготовился, знаючи, куда он отправляется. Блин. Ну-ка, заглохни. А, отходи, он сейчас начнет орать. Да, я попался. Ты попался? Ну, я успела отойти. Но у меня здесь еще один зомбарыл, и я сейчас быстренько отстрелю. Да, с него артефакт выпал. Пойду посмотрю, что он там дал. А, да, клево. А нам сюда, на лестницу? Наверх? Да, да, да. Сюда, сюда. Так, а ты куда ушла? А, все, идем. Да, я здесь. Я на месте. Дверь заперта. Так, я должен тебя подсадить. Да? Идем туда. А, нам наверх. Да. Сейчас ты прыгнешь и мне откроешь. Ладно. Давай, Хелена. Покажи класс. Вот. Ничего себе, да? Ага, я говорю, это мега женщина. Все, теперь мне нужно отстреливаться. Отстреливайся, я пока толкаю эту здоровенную бучу. Бучу какую-то, непонятно чего. У тебя там раз, два, три. Сейчас пятеро, наверное. Ничего, ничего, сейчас лягу. Так, мне надо, наверное, дверку, да, открыть? Я открыла тебе дверку. Давай, да, сходи. Если можно. Будьте так любезны. Забегай. Открыто. И закрывай за собой. Не забудь Всё. Закрыть дверь. Если бы можно было. Что там? Очки умения. А я где-то в какой-то кафешке. О! Здесь артефакт должен быть. Да-да-да. Иди сюда, вот. Я его подстрелила. Вот куда целюсь. В уголочке. И... Не хотелось бы выходить обратно на улицу, но нам здесь больше нечего делать, да? Кроме как пойти сюда. Идем, выходим. Выжившие. Ну вот, а как они здесь очутились? Ну смотри, у них есть оружие, тем не менее, они не просто... Видимо, в полицейском участке. Какие-то это... Ай, я буду в рукопашную драться, нафиг тратить патроны. Ближний бой. Давай, пока. Опа! Смотри, что Хелена. О, господи. Что она вытворяет? Так, крикун там. Я сейчас лут соберу. Давай, давай. Оп. Ого. Я помогла. Выжившим. О, уходим. Ай! Замечательно. Я увернулась буквально. Вообще, сантиметр. Так. Теперь нужно выстрелить, по-моему, нет? Куда? В эту лужу. Чтобы поджечь? Да. Они нашли нефть. Зажили. Нет, слушай, смотри, кто там вылез. О, блин. Это плохо. На, вот сейчас они нам подсказали, что надо стрелять бензин. Все. Подорвали. Hey, come on. It's safer here. Где безопасно? Они нашли безопасное место? Да, чё-то она у меня какая-то уставшая. Подожди. Подождите меня, люди! Так, здесь были бочки, если я не ошибаюсь. Угу.
Я там одну разбила, ну как бы жду тебя. Сейчас. Все, собрал вроде бы. Я вижу, бежишь. Тень такая, бегает. Леоновская, да? Да. Безопасное место. Я даже вот не представляю. Вот, знаешь, я иногда размышляла. Мне, кстати говоря, такие вопросы часто задают. Вот был бы зомби-апокалипсис, что бы ты делала? Первая мысль — найти оружие. Чем защищаться? Вот у меня первая мысль. Ну, надо же как-то защищаться. Вторая мысль — найти укрепленное здание. Знаешь, какое-то такое, чтобы не было вот таких витражей, каких-то окон, стекол. Ну, как минимум второй этаж, чтобы можно было там как-то забаррикадироваться, даже если на первый этаж прорвались. Короче, ну я к зомби-апокалипсису готова. Всегда готова. Так что в случае чего пишите в личку. Всех спасу. В кастрюле, да? Да-да-да. Топор и нож всегда при мне. Топор и нож всегда при тебе? Кухонный нож и сковородка. Под подушкой прячу, да. Если что, я готова. Как там это прикол? Что бы там ни начиналось в Африке, эбола-то это. Я готова. Да. Кстати, в 2015 году, говорят, найдут лекарство от нее. Да? Ну, недолго осталось. До 2000. В середине 2015. А, понятно. А мы тут ничего не пропустили там? Нет, нет, нифига. Это бы ничего. А, нам хозяин орёт. Понятно. Ага. Так, собирай здесь боеприпасы. Класс. Я нашла аптечку. Классно. И знаешь, что мы на этом, наверное, закончим часть, потому что мы добрались до более-менее спокойного места. Чёрт. Спокойное место. Ну, тут там было. Да. Там такой ахтунг. Давайте прервемся и обороняться будем в следующей части. Все, и давайте. До скорого. Пока-пока. Всем пока.